Так, всем привет, в магазине Оджи. И первое, что я меряю, это вот такая вот гольф. Точнее, он у меня очень почему-то большой. Это размер XS-ка и цена, господи, 272 гривны. Хотя это и XS, кстати, вот, можете видеть. Но он какой-то очень сильно прям объемный, очень большой. Я, смотрите, еще взяла себе вот такую вот рубашку. Очень она мне понравилась, 290 стоит. И вот такая вот рубашка, такая в перья. Она стоит 275 гривен. Вот, можете видеть, это 2 икса. Вот, это 34-й. И еще я взяла себе вот такие вот джинсы, я вам сейчас покажу. Вот такие вот померить джинсики я себе взяла. Вот, и еще один гольф мне очень понравился. Очень, кстати, красиво выглядит. Вот такой вот он сзади на спинке, на замочке. Вот такой вот. Я померяю его сейчас. И вот такие вот размеры, кстати, сетка женские, мужские. Вот одежда. Можете посмотреть. Следующий это вот этот вот гольф. Серый еще был вот такой вот, только розовый. Цена его 208 гривен. Вот так вот он выглядит. Я не знаю, вот так вот. Вот такой вот он. Кстати, мой лук сегодняшний. Вот так вот я выгляжу. Вот эта рубашка выглядит уже немножко по-другому. Это у меня размер 38 эска по-нашему. Здесь идут вот такие вот рукава, потому что их закатывать надо. Вот видите, они вот такую вот мелкую, не знаю, что, такая штучка какая-то. Так вот она выглядит. По-моему, очень здорово. Мне очень нравится, как она так выглядит. И ну как-то так. Правда, XS немножко было бы лучше. Первая рубашка, которую купила вообще в Одже себе, это была вот такая вот рубашка. Мелкое-мелкое сердечко на темно-синего оттеночка. В 34-м оттенке, это, по-моему, 2 икса. Ну, то есть XS, XXS, то есть стоит на 230 гривен. Она идет с таким вот карманчиком. По-моему, отличный вариант как на осень, так и на весну, когда еще не прям жарко, потому что, ну, ткань, конечно, приятная, но как-то жарко, я бы ее, честно говоря, не надела, а так просто супер. Что я купила, это был вот такой вот гольф уже на осень, даже на весну немножко можно. Оно идет в такую вот полосочку серый, такой вот оттеночек, рукавки вот такие вот, как дудочки, можно его назвать. Это у меня в размере было 34 XS, 208 гривен, а до скидок стоит 519. Вот, Оджи, из такой вот просто обычная коллекция, вот такая вот. Очень мне он понравился, но единственное, что мне кажется, надо было брать все-таки размер S, потому что немножко маловато. И хотя под руками вот здесь вот нормально, когда надеваете, то вот здесь, как кажется, маловато. Хотя я смотрела и S-ку, они как-то все одинаково смотрятся, но даже вот на талии это смотрится немножко, даже тоже немножко великовато, поэтому не знаю даже. Может, это просто пошив такой. А здесь вот замочек у нас такой вот идет, поэтому очень интересный вариант. И такая вот задумка, когда еще не сильно прям холодно, но такое вот разнообразие для гольфов. Точнее, свитера. Следующее, что я купила, это была вот такая вот именно рубашка белого цвета. Она с такими вот, не знаю, знаками интересными. То есть я покупала ее в последнем частях влога, я показывала в сегодняшнем. Это 38 размер. Конечно, я взяла немножко великоватый, потому что не было моего размера. Вот, она идет с такой штучкой. И на рукавках они тоже такие вот железненькие. Здесь же обычные пуговки, которые застегиваются именно вот к самой вот внутренней подкладке. В общем, здесь идут кармашки, но они идут, по-моему, обманки, если не ошибаюсь. Стоила она мне 290 гривен, стоила она до скидки 50% 579. И размер это у меня S-ка.
По-моему, супер на лето. Очень приятная, она такая вот легкая. Продувать будет под шорты, под бриджи, под джинсы, под юбку. По-моему, отличный вариант. Привет, мои хорошие, и мое видео оборвалось с того момента, как я была в магазине Оджи, в примерочной. Я уже вернулась домой, и я прикупила несколько вещей новых, которых я показала именно из самого магазина Оджи. Потом я ходила в магазин Остин, я купила там себе сумку, и забрела, конечно же, куда? В магазин секонда. Я там нашла некоторые вещи, которые меня очень заинтересовали, штаны. Действительно очень качественные, хорошие, поэтому, если вам интересно, оставайтесь со мной. Я купила вот такую вот сумку, она идет полностью, вот такая вот черная, с такой вот прошивочкой, можно так назвать, сами ручки идут, с таким вот бижутерией, можно сказать, завязана на самой ручке сама эмблема магазина, Остин, вот можете видеть. Ну и вот такая вот штучка, стоила на 299, в общем, 300 гривен. Внутри она самая обычная. Я уже поналаживала кучу. Буду скоро снимать, что у меня в сумке, если кому интересно. В общем, здесь у меня вот такие вот мелочи. Там под жвачки, под наушники. Потом там для денег. Вот такая вот штука у меня. Под карточки сейчас визитные. Вот такие вот. Потом такая вот средний карманчик, можно сказать, для косметички. Ну, или сказать можно, что это как для косметички. Вот. В общем, самая вот такая вот, она обычно достаточно тяжелая, хочу сказать, но в принципе нормальная. Чтобы не шелестеть, я в общем была в магазине секонда на вес. Я купила вот такой вот себе единственный такой вот ремешок черного цвета. Единственное, что он, ну, я бы так сказала, немножечко коротковат. Вот такой вот он. Вот такой вот купила, он идет черный, я не знаю, кожа это или нет, но он завесил буквально на 10 гривен, поэтому я решила его купить. Единственное, что здесь нету никакой ни фирмы, поэтому я ничего не знаю. Второе у меня был ремешок вот такой вот, ну, такой сливочно какой-то, коричневый, тоже он идет с таким вот толстеньким, застерочкой такой вот. Так, следующее, что я купила, это вот такую вот кофту пижамную из фирмы, вот такой вот. У меня, кстати, много кофточек вот такой вот фирмы, но я не знаю, как она правильно называется. Здесь написано Time, вот такой вот красивый олененок, носик у него блестящий, звездочки блестящие и рожки у него, видите, с такими игрушечками. Вот, смотрите, какая красота, и она завесила буквально, ну, на гривен, по-моему, 15, потому что я люблю такие вот вещи, мне они очень нравятся, поэтому они очень комфортно носятся, и они недорогие, поэтому супер. Следующее. Так, следующее, это у меня были вот такие вот темные такие вот джинсы, ну, они не сильно темные, просто свет отсвечивают, они такие голубовато-темные, можно сказать, можно как летом, так и осенью носить. Фирма вот такая вот, не буду коверкать. Размер, не знаю, я не понимаю, 8L, что-то, не знаю. Эмблема их не также на Калифорния написано вроде бы как. В общем, они тут вот такие вот длинные. Вот, на мне, кстати, тоже новые джинсы. Ну, покупала их, правда, не в секонде. Вот. И мне нравится, что они завесили мне буквально на гривен, по-моему, 15 или 20 сами джинсы. Поэтому я их немножко обрежу, потому что на меня они очень длинные, потому что, ну, видно, кто-то длинноногий носил. Вот, а так, ну, полностью идеальные, новые, комфортные джинсы. Я их померила, сзади, кстати, их не эмблема. Вот, поэтому просто супер находка. Сейчас я вам покажу еще одни не менее крутые. Следующие джинсы, это у меня вот такие вот от фирмы Gap 1969.
Это у меня в 26 размере, я так поняла, потому что у меня другие мои джинсы, которые я вам показывала, у меня 24-го, то есть они не садятся на меня идеально. 26-й, они идут как бойфренд джинсы, вот, они идут длины, как мне надо, потому что видите, сколько здесь обрезать надо, эти прям сидят идеально, что длина, что по талии. Но вот единственное, что их носить надо именно под пояс и как бойфренд джинсы, потому что это, во-первых, мужские джинсы с мужского отдела. Они полностью, смотрите, с дырочками. Вот здесь вот. А здесь вот дырочки идут. Прям крутая вот такая дырка. Я их планирую носить осенью. Очень круто, кстати, они смотрятся. Такой, знаете, плотный джинс. Если бы дырок не было, бы я вообще не задумывалась. А сзади они, ну, такие на попе обычные, видите. Но я их планирую носить как именно бойфренд джинсы, потому что они очень-очень круто выглядят. И все это мне обошлось буквально, по-моему, до 60 гривен, если не ошибаюсь. Поэтому вот такие вот крутые у меня находочки были из магазина секонда. Так, мои дорогие, вот такое вот видео у меня вышло. Сейчас я планирую вам снять вообще видео планирование, или точнее можно его назвать организация моей косметики именно в моем новом комоде. Вон, кстати, он здесь вот стоит. Кому интересно, кстати, то я сниму такое видео. Я его, конечно, планирую, но если вы захотите, то обязательно оно выйдет. Так что вот такое вот видео у меня вышло. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новый ролик. С вами была ваша Саша Коллинз. Всем пока!